Лучших из лучших от Дагестана представит регион на всероссийском конкурсе «Лучшие муниципальные практики». Об этом говорили на заседании под руководством первого вице-премьера правительства республики Руслана Алиева. В конкурсе могут участвовать муниципальные, городские округа, также городские и сельские поселения. Руслан Алиев отметил, победители конкурса на федеральном уровне в категории «городские округа», «городские поселения» получат денежные премии от 10 до 50 миллионов рублей, а в категории «сельские поселения» от 3 до 20 миллионов. Для организации республиканского этапа правительство Дагестана утвердило положение и состав конкурсной комиссии. А вот подводя итоги заседания, первый вице-премьер напомнил, эффективность деятельности муниципалитетов и ведомств оценят по итогам участия в федеральных программах.